Сделаю. Ну, так себе. Стукан, который до этого там папайка была, папаял. Плоховато, конечно, сейчас. Ладно. Хочу, вот стукан получился. Теперь что я хочу? Сделал я, короче, вот такую вот трубочку, спаял. Внутрь закинул два шарика. Спаял. Я хочу вот здесь в стукане в этом просверлить дырку и туда ее засунуть. Она плотная, водонепроницаемая, еще пробовала, хорошая. Ну вот сюда дырочку сделаю где-то. Может, до сюда вот тут вот его засуну. Потому что я тут еще сверлить буду под леску, ну, чтобы дочку леску, карабинчик собрать. Все. Сейчас будем пытаться сверлить. Сверло, конечно, надо еще подобрать. Девяточку, десяточку. Ладно, все. Дальше увидимся. Так, ну что я хочу сказать. Закончил я делать стукан, высверлил вот здесь дырку, планировал, ставил туда трубочку, которую тоже показывал перед этим, вставил ее, ну я ее переделал, трубочку укоротил, потому что она получалась у меня сильно длинная, где-то вот до сюда она у меня получалась. Так как я потом бы сверлил дырку под болт с этой, с леской, которая будет идти, я бы эту трубочку пробил. Поэтому мне пришлось эту трубочку укоротить наполовину где-то. Она теперь тут. Дырочку здесь, если свободно просверлю, все будет окей. Ну вот, такой вот звук. Ну, в принципе, не знаю. Не знаю. На практике покажет, лучше ли он просто обычного стукана работать будет или так же самое. Ну как-то я ожидал большего, но больше я так, наверное, делать не буду, потому что сильно долго мучаюсь с вот этим высверливанием, с трубочкой. Может, я не знаю, если туда просверлить дырку по всему диаметру. Или, знаете, как залить не до конца. Ну, еще подумаю. И туда побольше шарик. Два с подшипника шарика побольше. Может, будет, да, получше звук. А так, ну, есть звук. Так что так вот. Не знаю, на выходных схожу на рыбалку. Нет, погода минус 30. Кого может смущать, что такие большие стуканы, но... Кого? Как? У нас на севере, допустим, еси побольше. Ну, в основном такие вот рыба, да? Разно 5, 6, 7, 10, бывали 14. Мне рассказывали. 18 ловили, не видел, не знаю, ну 14 видел на стукан, на лимы. Попробую, для них и такие налимы, для них такие стуканы, для налима нашего, самое нормальное. У кого может меньше, тут может поменьше делать, хотя тут крючки я хотел побольше поставить, но не нашел, какие есть, такие поставил. Так что так вот, практика покажет, если что, сниму рыбалку, выложу, нет,
Хотя бы фотки выложу, потому что очень холодно. Пока не сглупого я себе не купил. Ладно, все. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся. Кто хочет, дизлайки. Всем удачи.